Добрый день всем любителям футбола. Мы рады вас приветствовать на стадионе «Спартаковец». 15-й тур дивизиона А. Встречаются команды «Родина» 2007 года рождения и «Летний дождик». Но при этом продолжается атака «Летнего дождика». И здесь нужно Владиславу Петрову занимать свою позицию, потому что готов Григорян раскачать его один в один для того, чтобы нанести этот удар. И удар происходит. Издали метил в дальний угол. Но вновь рикошет. И уже теперь ответным угловым отвечает команда «Летний дождик». Четвертый корнер у них. Выходит, играет этот мяч. Подбор остается за «Летним дождиком». Иванов дальше. И здесь уже Янченков спасает. Классно в ближнем бою спас хозяев только Янченков своими действиями. Устроили настоящий навал на ворота команды хозяев. Удар и гол. Все-таки очередной стандарт приносит результативную атаку команде гостей. И в данном случае отличается, как мы видим, Сергей Иванов. Гончаров бьет издали и намертво. Намертво забирает мяч Денис Коршиков. Отличная атака. Защитники отбились, но первым на подборе оказался Александр Гончаров, который очень смело пошел вперед. Попробовал свой удар. Денис Волков показался этому недостаточно. Вступил он в спор с арбитром и получил желтую карточку. А у нас атака и гол. Гол забивает Родина 2006 года рождения. Великолепный навес с правого фланга. И удар головой в ближний угол. Продолжается движение капитана по правому флангу в исполнении команды «Летний дождик». И подбор тоже их. Саркисян Григорян качает и бьет в ближний угол через рикошет. Здорово на этот рикошет отреагировал Макар Янченков. И не позволил мячу нырнуть в ближний угол. Подача и, кажется, это гол. Да, удалось избежать положения вне игры и... Подача Павла Соловьева преобразуется в забитый гол и вновь стандартное положение. Неужели это Сергей Иванов оформил дубль? По всей видимости, так оно и есть. Партнеры, по крайней мере, очень активно Сергея поздравляют. Эта передача со штрафного оказывается неудачной. И матч завершен. «Летний дождик» одерживает победу минимально со счетом 2-1. Дважды им пришли на выручку стандарта по ходу этой игры. Родина 2006 года рождения смогла ответить лишь одним удачным попаданием.